японский и корейский магазинчик с прикольными штучками в Эмиратах. Ставьте лайк, подписывайтесь. Пошли посмотрим. Ну давайте с вами заглянем в Мумуса. Здесь играет музыка. Надеюсь, никто меня не заблочит. Смотрите, какие здесь классные, прикольные штучки. И цены, кстати, здесь адекватные. Начиная с игрушечек. Дальше, конечно же, санитайзеры, маски. Такие кошелечки. В общем, санитайзеры и маски – это тренд этих двух лет. 20-го и 21-го. Лампочки. Дальше шляпки, шарфики. Ну, кстати, вот шарфики рекомендую привозить как сувенир. Они очень красивые, прикольные. 19 дирхам – это как бы ни о чем цена. А вон дальше подороже 36. Ну, классный подарок. Также тапочки есть. Интересно, хотела сейчас скаламбурить, что можно по льду в них кататься. Но на самом деле тапочки в Иляне вы можете использовать либо дома, либо в бассейне. Поскольку от моря мы находимся где-то в 1,5-2 часа езды. Нам нужно либо в Дубае, либо в Абу-Даби, либо в Шарджу. А принадлежим мы к Эмирату Абу-Даби. Да, я хочу вам сказать, что магазинчики Мумуса, Дейса есть везде, и я уверена, что цены одинаковые. Поэтому не надо расстраиваться, если сейчас что-нибудь хорошее увидите в Дубае, в Абу-Даби, ну точно есть такие магазины. Носочки здесь прикольные есть. Как-то раз покупали здесь Наташей носки, ну такие мимишные. Если сейчас увижу, покажу. Наверное, их нету, там собачка сбоку была. Так, бельишко такое. Вот здесь классные игрушечки. Дальше есть фитнес, такие резиночки есть и все остальное. О, Наташа меня ходит, ищет. О, нашла меня. Да что, в аптеке присматривала какие-то кремы, так что, возможно, сейчас в аптеку пойдем, там снимать не будем. Коврики. Женщина работает. Ну, такие штучки, чтобы, наверное, еду положить. О, Наташа, уже вижу, и купила что-то. Подожди, не, вот это ты даже... Класс, и что это такое? Зубную пасту Марвис. Правда, я не знаю, что это. А, цинамон минт, мята с корицей? Да, попробую. Вот это да. А сколько она стоит, такая паста? Дорого. Дорого, понятно. 45 дирхам. Во, Наташа, конечно. Больная. Не, Наташа ценит свои зубы. Вот такие вот классные маг. Ой, макап. Это вот для кофе. Ну, я даже не знаю, это какие-то... Может, даже и делается кофе за такую цену. Ну, это как мини-термос. Как мини-термос. Ну, очень многие, кстати, говорили, мои сотрудники, что покупают термос, они держат где-то час максимум. Что это за термос такой? Но я, слава богу, в бренд Фалес себе заказала, у меня нормальный термос. Как вам такие мимишные мишечки? Слушайте, ну вообще класс. Это что, резиночка такая? Да, вообще класс. Ну, да. И крышка. А? Открой, пожалуйста, покажи. Нет, мишку, наверное, отколупывать не надо. Зеркало? Ну как зеркало, да, я себя вижу. А, откручивается. Откручивается и чашечка. Тоже как термос. Ну, 22 дирхама, я скажу, нормально за такую чашечку. Есть же люди, которые фанатеют по чашечкам, как я по магнитикам. Вот еще. О, кстати, прикольненько для чая. Ну, вот что я имела в виду, когда говорила, что в Мумуса есть прикольные мимишечные штучки. Сейчас еще пойдем вам Дейса покажем. Тоже магазин стоит этого. Актуально. Сверху корона, да? Очень актуально. Актуальная чашечка. Ложечка. И ложечка. Ну, классно сделано. А сколько? Видимо. Тоже два. Это 19. Ну, как подарок, 20. Конечно, классно, 20. Но, ребята, если вы будете вести, вы же понимаете, что надо хорошо упаковывать, можно ее подразбить. Поэтому либо вручную кладь, которая сейчас ограничена, я так думаю, либо с собой, ой, либо в багаж и замотать очень хорошо. Что у нас здесь? Вот сковородочки, да, класс. Яичницу кинула на форме сердечка. И ты такой, ой, класс, какой я тебе сюрприз сделал. Нет, это другой магазин. Мы же в Иляйн-Моле редко. Просто мы и в Мумуса видели, и в Баваде, и в Джимми-Моле. Поэтому Наташа удивляется, говорит, он что, меньше стал? Это сумочки, цены 56, 55, 39.
Давайте посмотрим. Ну так, распаковал, да, раскрыл, положил что-то. Ну, скажем, для Эмиратов хорошо, а в других странах это будет забанено, скорее всего. Что я имею в виду, вас просто вытащат ваши вещи, но я бы не рисковала. А вот такие маленькие сумочки здоровские, конечно, для путешествий. Просвечивающиеся, я не знаю, надо ли для документов просвечивающие сумочки иметь. А вот это вот классное. И цвет яркий. Нет, лучше вот черную брать, чтобы не акцентировать внимание. За 39 дирхам черная сумочка. Хотя нет, мне больше нравится ментоловая. Но риск. Потому что всегда люди говорят, будьте осторожны. Особенно обидно, согласитесь, остаться не только без денег, но и без документов. Это будет такой гемор, наверное, их восстановить. Ну вот черные классные, вот. Телефончик, наведись, пожалуйста. Черные сумочки. И вот такие черные. По 59. Ну, не скажу, что это дешево, 59. Ну, наверное, если сумочка, я так понимаю, она тканевая. Да, тканевая. Ну, классная. А, опять, смотрите. Лучше с замочком все-таки. Лучше с замочком, чтобы без риска. В Эмиратах я спокойно могу оставить рюкзак с документами, с деньгами, кинуть его вот здесь в магазине и вообще пойти в другой магазин. Никто его не возьмет. Ну, тоже классные такие прикольчики. Или на рюкзак вешать, или детям давать. Ну, классно. Честно, хочется самой уже что-то купить себе. Мягкие игрушки такие. Но такие игрушки популярны. Такие, по-моему, я и в других странах видела точно. Что это за октопузик такой симпатичный? За 19 дирхам. Это сначала я подумала, что свинка, но понимаете, что это мусульманская страна. Это, я так понимаю, осьминожек. И вот осьминожек. И что самое главное, здесь есть очень много косметики. Много кремов есть, много патчей на глаза, много масок. Hello. Персонал дружелюбный, снимать разрешают. Очень много всего. И мейкап, снова повторюсь, кремчики. Ну, как-то умывалочку брали, по-моему. Ну, мы так сильно много здесь не берем. Последние маски мы заказывали на Алиэкспресс год назад. И честно вам скажу, они еще у нас остались. Вот алоика хороша. Алоика хороша, особенно если вы сгорели. Ну вот, патчики есть, как я и говорила. И всякие, ну, масок уже и для рук маски, и для лица, и для волос, и умывалочки есть. Вот такую сакуру, кстати, мы брали, пользовались, да. Ну, к сожалению, не знаю, вам видно, очень сильно витрина светит. Брали, пользовались нормально. Ну, честно скажу, есть и лучше. Вот что-то улитка, что-то с улиткой. Очень много всех, кстати, масок основано на улитках и патчей тоже. Привет. Ага, и вот шампуни, кондиционеры, масло для волос. Ну, вот такой вот магазинчик Мумуса, что вы скажете? Были когда-то здесь, нравится он вам? Зашли ли бы? В общем, куча мимишечной продукции. Народ, вот что мы купили в Мумусу. Для меня вот такие вот рукава. Я когда еду на скутере или на велосипеде, у меня нет машины, я езжу в школу на скутере. Это вот protection, защита. Сейчас посмотрим, что это такое. Наташа увидела, я решила, что надо это купить. Я это видела и на Алиэкспресс, но там заказ долго сейчас идет. Поэтому мы решили в Мумусу это приобрести. Сейчас посмотрим, что за рукавчики такие. Я такой цвет выбрала, ну, были разноцветные, но коробочка уже не коробочка. Откладываем распаковочку. Угу. Мне чем-то чулочки напоминают. Но оно так и есть, чулочки только на руку. Что такое? Сейчас. Надо найти, с чего начать. Вот такие компрессионные. Ага, смотрите, дырочки. Для чего дырочки у нас? Для ручек. Для пальца. Да? Для пальцев. Будем мерить. А что это за материал? Как нейлон типа? Как нейлон, он такая защита должна быть. А что тут написано? You only live once. В общем, живешь только однажды. И действие героя of your own life.
О боже. Что и действия героя для твоей собственной жизни. Ну ладно, все, героем, все. Они меня. У тебя же длинная рука. Вдохновили. И что я его закатала? А, давай. Уже не длинный. Ну, нормально, ты за размер боялась. Боже мой. О, и на палец прикол. Так действительно там солнце есть, у какой-то фильтр? Надеюсь, что нету. Ну, я не знаю, если вот... Как это надеюсь, что не наоборот? Он же протект, от чего протект? Как я могу тебе сейчас сказать? Я пойду на скутере, я скажу. Не-не-не, а на коробке что там? UV Protection он написан. Вот, дай. Смотрите, да, есть такое вариант здесь. Сколько это стоило? Мы думали, что 6 дирхам, но стоило 9, меньше, где-то 2,5 доллара, но мы не могли не взять, потому что сильно мне оно надо. Ну да, приехала, сняла и... Лето, класс, 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 класс. Вот такие штучки, кому надо, вам это пригодится. Если вы с апреля по октябрь в Эмиратах, вам пригодится. Вышли из Мумуса, хотим им показать Дейса. Что нам надо? Зеленый диван. Наташа хочет зеленый диван. Ладно, он не в Дейса, но идем посмотрим зеленый диван. Кстати, классно, да, мы приехали утром, 10 утра, людей еще мало. Так, сейчас зайду с другой стороны. Ой, какой он красивого цвета изумрудного. А что это за нитки-то все, я не понимаю? Ну, видишь, ты уже и брачок нашла небольшой. Ой. Знаешь, что классно, там еще стоит парфюмерия тоже такого цвета, зеленого такого же. Это столик столько стоит, 995, то есть где-то $260, да, где-то. Ой, как же от катка веет холодом, и как же это здорово. Что я вам могу сказать? Ну что, Дейсо, японские штучки при бомбасике. Тоже все что угодно, от косметики до игрушек. От ковриков до судочков. Так, здесь куда-то я зашла не в очень интересный отдел каких-то лампочек. Ну, хотя вот такие прикольные боксики. Я думаю, чтобы наушники класть. Да, все правильно. Мышки есть. Нитки есть. Крючки есть. Подставочка под телефончик, может, зарядка? Нет, ну вот он стоит, подставочка. Universal Stand. Ну, прикольно. Где ты крючки? Ну вот же, напротив, крючки и спицы. Ну, Наташа уже заинтересовалась крючками, спицами. Вот крючки для одежды. А скажу сразу, что цена, если цена не написана, 7 дирхам, то есть 2 доллара. Ну, а для стульчиков класс. Носочки для стульчиков. А еще, я думаю, можно котика одеть в такие носочки. Вот в такие, да? Но котик ваш точно будет недоволен. Здесь тоже музыка играет, но, надеюсь, не забанят. Ой, такие шухлядочки обожаю. Класс, класс, класс. Давайте посмотрим. 34 дирхамчика. Сюда можно класть, наверное, не знаю, белье можно класть. Носочки можно класть. Хорошая штучка. Так, это 34 стоит, а это тоже 34. Какую бы взяли? Я бы не знаю, наверное, побольше взяла бы. И вот тоже всякие для стирочек есть пакетики. Очень прикольные, разных размеров. Здесь что для готовки, что-то как японское что-то. А ну логично, магазин-то японский. Так, видите, здесь цена есть 9,50. А если цены нет, повторюсь, 7 дирхам 2 доллара. Это были кухонные весы. Кто сидит на правильном питании, на диете, вам, конечно, это пригодится. Ну, здесь начинается все с игрушечек. Очень много всех игрушек для деток. Недорогих, кстати.
Чашечки, тарелочки, боксики, суперменские стаканчики, посуда другого склада, посуда, коктейльчики можно сюда наливать, напиточки, повторюсь, термос, чтобы держал хорошо тепло, это редко здесь. Если заказала, у меня такой огромный, здоровый, но лучше, чтобы держал тепло, чем пить холодный кофе. Хотя, как вариант, холодный кофе в жару тоже неплохо. О, Наташа, нашла, что хотела? А для стульчиков будем брать? Так я их и искала. Так вот же они здесь, я только что показывала. Не знаю, я только что показывала. Как носочки, ты это есть? Ну да, как носочки. Ну, нет, я имела в виду просто, знаешь, клеится, как войлок. Слушай, а может где-то войлок где-то? Не знаю. Носочек вырезать, да, например. Кстати, подушечки есть прикольные. Вот такая самая лучшая подушечка. Какая? Ну, с животным. Ну, покажи, мягкая? Мягкая, классная. Я думаю, что это мишка, но я не уверена. Вот кит. Ну кто это, собачка? А, собачка, какой-то бульдожик, наверное. Вот дальше есть всякие пакетики. Красивые. Подарочные. И даже обложки для телефона, все есть. Фоторамочки. Классные магазинчики, цены тоже здоровские. Тут сувениры тоже покупать можно. Отдел со школьными принадлежностями. Хотела вам показать мимишечные резиночки. Класс, да, пандочки, целое семейство. Дальше фруктики, дракончики, набор инструментов, ножнички, точилочки. Это все стирательные резинки. Всякие котики. Ну, честно, раньше как-то побольше было. У меня студенты, знаете, что у них есть такие резиночки, наверное, штук 20 на каждого. Они любят раскладывать на партах и играться с ними. В каком классе? В классе, в четвертом, в третьем. Большие дети уже. Это что такое? Вот это вот, коричневое. Коричневое? Как? Нет, это, наверное, донатс, но как-то он... Нет, так это твердое что-то, не резина. Твердый донатс. Может, резинка, резинка, они стирают такие. Ну как? А пачкать не надо. Точилочка с бегемотиком, мишки мимишечные. Все 7 дирхам стоит, 2 доллара. Ну прикольный же сувенир такой ребенку привезти. Ну, вообще классно. Идемте дальше игрушечки посмотрим. Кошелечки, звездочки всякие. Тут, конечно, приколов много. А вот ящички. Класс, да? Открыл, положил какие-то вещички. Это, конечно, напальчники есть. Напальчники есть. Такое. Да, вот когда надо, когда надо, их нету. А может возьмем, сколько там? А зачем? Ну, пальцы пару раз резала, они как раз нужны были. Ну, можно попробовать. Давай возьмем, потому что, ну, если цены нет, 7 дирхам, да? Фигня вообще, класс. Песочные часики. Вот так вот мужчина пытается достать что-то. Достал, молодец какой. Игрушечки и зеленый мишка, как Наташа мне только что показала. Вот такой кедик прикольный. Я бы на рюкзак бы такой взяла. Смотри, какой кедик. Реально на Скетчерс похож. Ну классный, классный. Утяжеление рюкзачка. Да, в принципе, да. С другой стороны, рюкзачок-то утяжеляется, а вес-то взвешивается. Ой, зеленый, смотри, класс такой кед. Зеленый вообще. Так, не начинай. Сейчас. Ну да, и знаете, в первый свой год столько здесь много интересных фигнюшек купил. Смотрите, велосипедики, тарелочки. Что-то какие-то тарелочки, как сувенирные, но... Так, кто знает, что это? Recreation US 85. Как какая-то... Такие футболки есть. Что-то, конечно, связано с Америкой. Сделано в Японии. Не ясно. Собачки, дошки такие, олени есть, лягушечки играют в футбол. Вот такие себе парочку купила еще в первый свой год здесь. Кстати, не знаю, где они. Такая красота еще есть. Не знаю, Наташа, что вот это вот такое вот? А ну. Бесполезные, ненужные вещи.
Бесполезная, ненужная вещь, это классно. Декорчик просто. А цену посмотри. 14,75. 14,75. Хорошо, в субтитрах переведем. Это вот же, наверное, для запаха, да? Ванилочка есть, цитрус. Ага, зеленый чай. 20 миллиметров или 18? Ну, откуда же я знаю. Поменьше, 18. Поменьше, думаешь? Ну, наверное, да. Ой, что так запахло? Не знаю, может, мы открыли что-то. Ой, магнитик, смотрите, Гавайи. Но главное, что купить в японском магазине в Эмиратах магнитик Гавайи. В общем, у кого нету. Ой, смотри. Ну, тут все а такое мимишное такое? Просто. А ой, котик. А зачем котик? А, это крючок такой. Что это? Что? Не понимаю. Solar Power. Solar Power. Solar Power. Значит, на солнечных батарейках, что ли? Она... А, это вот так что-то тик-так головой делает. Раздражитель спокойствия, да. Когда он должен успокаивать. О, это магнит животных, головы животных. Магнит сафари. Это не магнит. Магнит. А, да вот ну это... нафиг такие магниты, а вот жесть какая. Смотри, пустышка. Не знаю. С магнитами идея не очень. Головы животных, это зачем? Холдер, вот, смотри, тут сюда что-то вставлять. То есть животным что-то в голову вставлять. Ну, что-то ручку, здесь наверное. Недодумано. Чего, ручку там? Как-то не очень. По-моему, жестоко. Вот, свечечки. Веер. О, прикольно, 9,50. А веер, кстати, очень нужен. Жару здесь обмахиваться очень даже прикольно. И расцветки сразу указаны. Это даже не прикольно, это даже освежающе. Да, ну просто тоже устаешь. И потеешь в то же время. Ну, вот такой магазинчик. Ой, пишите, как были в Дейса, были ли в Мумуса, конверт. Понравилось ли. Для подарочных. А, денежки да, я показывала класть. Подарочные сумочки. Смотри, денежки класть. Красиво? Ну, красиво, красиво. Главное, чтобы были денежки чего, на подарочек. Микки Маус и прелесть, да. Какая-то популярная мышь, я не поняла. Это мышь какая-то полненькая, мышь уже наелась. В Макдональдсе. Так что вот такой сегодня у нас обзорчик двух магазинчиков. В итоге мы покупаем да. А в итоге мы покупаем на Паличнике, искали что-то совсем другое. Наташа не разрешила мне ни кеды покупать, ничего. Смотри, какая мышка здесь, Микки Маус. 24 дирхама стоит. Это что такое? Foam wall stickers. Это просто приклеивать на стенку, чтобы деткам... Фом, наверное, вытирать? Нет, фом. Чтобы деткам, нет, может, было прикольно как-то. Стикерс – наклейки, значит. А ты посмотри, где я пришла на пальчике. Это вообще нарочно не придумаешь. Там а, то есть здесь крепкий. Укололся, здесь крепкий, ну, здесь скажи, укололся, здесь висит. На паличнике. Вот где оно? Ну, логично, в принципе. Логично. Ты проколол палец, взял на паличник. Ну, ладно, берем. Берем? Ну, все, купили мы только на паличнике. Из всего возможного. Я бы еще подушку бы себе такую хотела, такого медвежонка обнять. Как Наташа говорит, это пылесборник. Ого, 7,35. Это что, все подушки по 7,35, по 2 доллара? Вы шутите? Да ладно, прикольно. Классная цена. Ну, опять-таки, я говорила, что все стоит 7 дирхам, где нет цены, но ватт, налог, это 35 еще филсиков. Ну, все равно 2 доллара, 2 доллара, может, и 5 центов, потому что, ну, 35 филсов, это немного, не волнуйтесь. Ой, какие фламинго красивые. Так, надо уже выходить из магазина, мы вообще сюда, вообще почти не планировали заходить. С вас лайк, подписка, и всего вам доброго.